телефон. Что такие недовольные гномы? Слава богу, ты пришла, Белоснежка. Привет. Я надеюсь, ты понимаешь, что нам предстоит очень серьезный разговор. Да. Догадываешься, о чем? О чем злые неприятные гномы? Прошу. Ты с нами уже живешь очень много лет, и почему-то до сих пор не съезжаешь. Да. Почему? Да. Вы прямо сейчас хотите об этом говорить, жадные гномы? Да. Конечно. Да. Ну, во-первых, долго это... Не знаю я, сколько это долго. Вам сколько долго? Ты уже с нами живешь 7-й год. Все логично. Чего не нравится? А почему не съезжаешь? Ну, потому что гномы, вы добрые, веселые, за вас мне платят пособие за каждого, как за ребенка! Белоснежка, а почему ты нас обманываешь? Мы тебе приводили десятки принцев, и красивых, и богатых, и успешных, но ты их всех почему-то отшила. Почему? Пьяные бомжи, по-вашему, красивые, богатые принцы? А наши имена? Как ты нас называешь? Да, вот, да, давай, как давай, ты нас называешь? Да, ну, скажи мне. Давай, давай. Старый, белый, оранжевый. Нет, между прочим, нас зовут вот так. Док. Простак. Весельчак. Чихун. Ворчун. Тихоня. Соня. Какие дебильные имена. Но сейчас-то ты их запомнила? Повторить сможешь? Чихун. Ну, отлично. Ладно. Значит так, Белоснежка, теперь о самом главном. Сейчас сюда придет еще один принц, и это... Здрасте, приплыли! Сюда они начали водить мне мужика. Конечно. И если ты не останешься с ним, поверь, мы тебя сами отдадим злой колдуне. Да, братья? Да, конечно, да, отдадите. Да, отдадите. Ах, вы подлые, противные гномы! Так, прошу, коллега. Кричайте! Его высочество, принц! Сызранской! Ой! Поклон! Опа-на! Вот это соска! Слушай, вашей маме принц не нужен? Нравится? Какой очаровательный! Понятное дело, звать как? Ха, малая! Как звать? Ирина. Ирина? Прикольное имя. Слышь, если понравишься, заберу тебя с собой. Мне нравятся умные девчули. Гномы, вы отдадите меня этому... Баскову? Иначе злой колдунье отдадим. Слышь, а все мне нравятся такие, ну, чисто, ну, прикольные, смешные. Рассмеши меня, давай, рассмеши меня. Ты где вы взяли этого дебила? Это последний. Это последний. А чего тебе, не смешно? Белоснежка, ну, приколюху какую-то давай. Белоснежка, ну расскажи свой коронный анекдот про морковку и слепого зайца. Давай. Шла морковка. Да. А навстречу ей, угадай. Кто? Слепой заяц. А если я музыку люблю, ты это на музыке умеешь? Ой, она так умеет на музыке. Ой, Белоснежка, конечно, это же твой главный талант. Пойдем. Покажи, принц, смотри, мы тебе сейчас давай, покажем. Давай, 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 сыграй ему что-нибудь. Дайте сыграй, мне давай. Ложки, я сыграю давай. На ложках. Давай, так, давай. Да. Поддержим Белоснежку. Лунная соната Достоевского вот это, да? Это техно. Блин, я влюбился, мне кажется, иди сюда, подожди. Уберите психического, я не хочу. Все, Белоснежка, все, я решил, все, тихо. Это да. Погодь. Ты, типа, выйдешь за меня? Типа, не знаю, но... И поедешь со мной в Сызранское королевство? Да. На метро. Что на метро? Что мы дикие, да? На лошадях? Хотела бы как женщина подумать немножко. Говорит, ну, да или нет? Так нет!
Ну нет! Ну какое Сызранское королевство? Сызранское? Он такой же гном, как вы. Куда мне с ним? Я лучше с вами побуду, вас хотя бы 7. Что? Чихун. Променяла меня на вот эту гномосятину? Ах! Да. Все! Раз такое дело, не доставайся я никому! Мне нет больше места на этой земле! Все! Он гомофоб! Куда вы меня тулили? Баскову гомофобу! Вот гномы! Мужики, это же был последний принц! Чего нам теперь делать-то? А еще варианты есть, что нам делать? Танцевать! Братья, нам нужно посовещаться! Давайте оставим ее одну! Пойдемте, пойдемте, пойдемте! Пойдемте все, пойдемте! Все, быть там, уходим, уходим, уходим! Белоснежка, я должен тебе кое в чем признаться. Ты знаешь, все это время я любил тебя, а остальные гномы хотят отдать тебя злой ведьме. Ты согласна сбежать со мной вдвоем? Конечно, подожди. Ну, да или нет? Ты сказал да, первое слово дороже второго. Все, я побежал собирать вещи, Белоснежка, ура! Белоснежка, мне нужно тебе кое в чем признаться. Все эти годы я любил только тебя. А остальные гномы хотят отдать тебя злой ведьме. Да ты что? Ты согласна бежать со мной вдвоем? Ну ок, давай. Ок, тогда я побежал собирать вещи. Давай, забери! Ты должен мне кое-что сказать? Да. Любил только меня? Да. Много лет? Да. Собирай вещи. Да! Белоснежка, я должен тебе кое в чем признаться. Я побежал собирать вещи. Мы согласные, да, конечно. Белоснежка, тогда я побежал собирать вещи. Белоснежка, да! Я собирать вещи. Белоснежка, да. Я должен тебе кое в чем признаться. Все это время я любил тебя, но остальные гномы хотят отдать тебя злой ведьме. Ты побежишь со мной вдвоем? Побегу. Тогда я пошел собирать вещи. Да, подожди, как же побегу? У тебя же такие маленькие ножки, как долго мы будем бежать? 2 месяца и 3 дня, Белоснежка. Ну, чем быстрее я соберу вещи, тем быстрее мы убежим. Ты чё? Орёшь? Я ничего, я не орёшь, я дог. Господи. Значит так. Меня с вами тик будет, гномы. Белоснежка, вот сейчас ты должна определиться. Ты должна выбрать того, кто нравится тебе больше всех. И с ним и уйдёшь. Да. Выбирай, да. Кто тебе нравится больше всех. Фиолетовый. Побежим с тобой. Так, кто тебе теперь нравится больше всего? Ну, теперь оранжевый. Оранжевый! А теперь? Вы такие непредсказуемые гномы! Кто тебе нравится? Что же будет дальше? Ну, кто? Ты. Побирай. Вы можете складывать раненых гномов за домом? Мы потом всех унесем. Так. Ну давай ты, больно уж ты умный. Ура! Так, ну а теперь кто нравится тебе больше всех? Поделитесь просто все вместе и все. А ты чего стоишь? Тыщ. Ну что, конец миниатюры? Не знаю. Ну давай все.